Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm за Японию по вашему голосованию. Так что, если вы вдруг не в курсе, что происходит, то идите к первой серии, там я все и объясняю, и всегда лучше смотреть с самого начала. Мы еще можем себе упростить дело, пойти вынести Бразилию. У нее больше всего внутренних туристов. Как бы идея победы культуры, чтобы у вас было туристов больше, чем у кого-либо внутренних туристов. Туристов к вам больше, чем у кого-либо внутренних. Жалко, что Бразилия далеко, правда. Я вообще к нему пройти-то могу. Я вот, например, если ядерки захочу бросать... Что мне куда тут проталкиваться? Engineering is the art of directing the great sources of power. The time will come, and is inevitably coming, when all in... Я вообще на туризм все поставил. Давайте проверим. Есть вот что-нибудь еще. Культура мне точно не нужна уже. Я бы, может быть, вот на религию действительно поставил больше. Тоже ничего на туризм. О, туризм других игроков по отношению... А, к вашей цивилизации. Тоже мне не надо. Я бы теократическое наследие поставил тоже. Может, убрать все-таки с науки вот это... О, вот это, кстати, неплохо поставить вместо науки. Давайте попробуем так сделать. Во-первых, вместо пионажа. Во-вторых, теократическое наследие сюда. Просто я не думаю, что тут существенно повлияет на мою науку. Давайте пока так. Может, шпионов вместо науки. Ну, минус 200 науки вход, прямо скажем. Так, следующую театральную площадь. Ну, невозможно постоянно... на одной и той же клетке проводить концерты. Ищем следующую театральную площадь. Всего-то 15 населения. Very simple was my explanation. Где у нас еще? Вообще куда-то можно еще разместить? Ага, вот, в Окленд. Театралочка. Театралочка. Нафиг мне тут, ну серьезно, вот
Чем мне еще что-то тут уже строить? Общество будущего. Давайте посмотрим, надо ли мне это. Это на дипломатическую победу. Нафиг надо. Из этих правительств я ничего не буду брать. Фашизме. Культура, деньги. Усталость от войны. Бои на вашей территории. От внутренних торговых путей тоже нафиг надо. Все, я тут... Все, в техах открыто все, что мне надо было. В социальных. То есть культуру я вообще могу уже забить. Ядвига объявила войну по Чакутаку. А Харальд, так как, наверное, союзник по Чакутаку. Блин, а где он? По Чакутаку. Ага, он там. На такой огромной территории всего лишь один источник нефти. Как вам это нравится? Плюс два, это за счет того, что я сюзерен Хатусы. Офигительно, сгенерированный рандом. Еще по техам. Куда я хочу выйти? Да, наверное, в уран. Синтетические материалы. Блин, финики уже где-то... Может, она все-таки улетает? Не, нафиг надо ракетостроение открывать. Как она вот там может оказаться вообще без ракетостроения? Объяснить. А, ну все понятно. Вот так. Нет, подождите, робототехнику она не может открыть без ракетостроения. Подождите, а как она тогда тут? То есть она все-таки. Да не, подождите, вот эти две технологии никак не открываются без робототехники, правильно? Робототехника никак не открывается без спутников и ракетостроения. Так у меня возникает вопрос, как может быть Финикия здесь, и при этом, смотрим, Дидона, ракетостроение не исследовано. Еще раз смотрим, это Дидона? Это Дидона. Класс, да? Поди догадайся. Так, ну что, второй концерт в кампусе. 3500 туризма. Найс. Это мощно. Так, клетка с чудесами. А, тут клетка занята просто. Ладно. Ну или не постоим, подождем, пройдемся чуть дальше. Так, этот у нас театральная площадь. Этот тоже театральная площадь. Я сказал, что будем искать театральную площадь в Голландии. Надо с Чакутаком, с Мапуче заключать. И всех культурных любят все-таки. Почему так? Лидер инков. Чакутак. Норвегия осудила недостойные действия Бразилии. Небось, голыми танцевали на карнавале. И норвежцам это не очень как-то. Ну и флота у Бразилии нету, скорее всего. С их минус Джейросы. Опять же, вот это уникальный юнит Бразилии минус Джейрос постоянно. То есть выбрали не сам... Ну... Я понимаю, что Бразилия вообще не особо славна... Войнами? Какими-либо. Но это же не, ну, блин.
Это чудо нашли, кстати. Я, кстати, удивлен еще, что с таким упором на культуру еще так много вот этих вот людей здесь. I have always considered that the substitution of the internal combustion. I never think of the future. It comes soon. Так, у нас там. Кстати, мне интересно, сколько идет туризма в Киото, потому что я здесь и. Вот, кстати, как посмотреть туризм от отдельного города? Вот это, по-моему, Катя никак не сделать. Тут, во-первых, даже смотрите, вот здесь деньги от каждого города, вера от каждого города написано, да? Но не туризм. Туризм просто от всех городов. Плюс у меня здесь идет туризм от археологов. Киото у нас... Геологический музей, вот. Терно 36. Подождите, а где я использовал ученого, который... Подождите. Давайте разберемся. Где тут ученый? А, нет, не этот. Вот, 175... А, 175 науки за каждый артефакт в этом городе. Вот, артефакты во всех ваших городах вырабатывают 300%. А-а-а, так они на все города... Ну, это вообще будет охренительно. Конечно. Поэтому мне надо археологический музей. Это вот этот ученый, это супер ученый для Англии. С их уникальным зданием. Или подожди, или уже убрали это уникальное здание в Англии, я уже подзабыл. Вот же чудо. Я промахнулся мимо него. Так, этот у нас в верфи. Проводит концерт. И, но 2500 туризма норм. Кстати, уже есть вера. Надо сейчас будет рок-группы подкупить. Так, тут мы провели концерт. Где у нас следующий кампус с универом? Да вот не видно как-то. Тут только библиотека. И тут только библиотека. Вот. Нет, библиотека, да ёлки. Как так Финикия тогда рвет по науке, если у нее... Вот, универ, да. Сюда отправляемся. Так, этот парень театралочки, да? А чё так мало туризма? Этот у нас ищет театральную площадь. Я вон взял театральную площадь. Блин, тут по-моему коле. А я мог взять прокачку на клетках чудес света убирать. Так, это тут в очереди на театральную площадь постоит, значит. У нас уже угу. Если убить бразильца, то следующий у нас по культуре ты хуяни, то есть 150 надо будет. Ну не то чтобы прям. Ладно, я думаю, смогем тут добить уже. Так, на клетке чудесами. Да, нам.
от туризма. Рок группа. Но зато выберем сами ее прокачку. Я бы, кстати, брал, наверное, на гавани. То есть, тут очень близко у нас Финикия. Нужна ли мне Эйфелева башня? Я думаю, нет. Повысим до зеленой энергетики. Кстати, а где у меня вообще Рейна сидит? Ага, Финдай. То есть вот тут ветроэлектростанции можно будет хорошие строить. Идвига Сулейману, Дидона Сулейману, Сулеймон Лаутари, Дидона Вильгельминевой. Они там развлекаются всячески. Развлекательный комплекс, да. 125 туризма. На морских курортах и гаванях, да. 150 туризма, зашибись. Не, нормально, мы каждый ход не просто 852 туризма, а намного больше генерим. А защита против это вот эти максимальная культура. Сейчас максимальная культура у Швеции идет. Накапливается, хотя накопилось за игру у Бразилии. А на втором месте Китай почему-то. Мне кто-то войну объявил? Нет. Пойман пион Османской империи. Так, я хотел дружбу с Пачекутыком и Лаутару. Ой, блин, у нас тут катастрофическое извержение там, где у меня сидит. Подождите, у меня же тут Лян сидела, почему? Почему у меня написаны какие-то погибшие люди? Подождите. У меня же Лян, причем с прокачкой как раз на улучшение зданий и районы. Но не люди. Но не люди. Дело. У меня шпионы работают. Ну, теперь-то я могу любые прокачки. Да, видите, вот все. Так. Мне нравятся серфингисты. Пейсрок не очень. Все цивилизации в пределах 10 клеток получают 50% туризма от этого концерта. Тоже ничего так. Давайте попробуем серфингисты. Все-таки, ну то есть, чтобы недалеко бегать, это рядом с Финикией сразу. У меня тут гавани дофига, это уникальный... надо переименовать. Уникальный район.
Ай, давайте проекты уже. Тут уже все везде обработано. Благовоние. Юнит потерян, юнит потерян. О, финики уже нечего украсть. Давайте в Китай отправимся. Слушай, а продажа альбомов вообще на что влияет? Что-то я... То есть это туризм, может, про альбомы, это туризм вход еще какой-то дополнительный идет. Блин, опять забыл дружбу заключить с этими вот дружелюбными ребятами. О, тут уже какой-то... Достаточно туристов, чтобы распространить свою культуру среди Египта. То есть у самого слабого в этом плане, да? Давайте глянем, сколько тут у Египта. 33. Ну, сейчас вот постепенно... In the hierarchy of the major poetic substances, plastic figures is a disgraced material. Так, надо... Lost between the... I never think of the future. It come. Мне не надо сменять политический строй. Тут, по-моему, да, все путем, наверное. О, Рим тоже, то есть, наверное, Саладин я уже давно, да, Клеопатра 33, Рим 40, значит, следующий у нас, по идее, Харальд должен, нет, Вильгельмина должна пасть перед моей культурой, потом Харальд. Я тут, наверное, аквакультуру возьму и поулучшаю все.
Второй китайский город отправлю. Сиань. Так. Клетка чудесами. А вот сюда. И уровень получен. 4000 туризма создано. Зашибись. А, слушайте, мне войну кто-то объявил. Турок. О. Во, гад. Ну, он, наверное, на Швецию напал. То есть автоматом я... Скорее, автоматом ему, да. На кого? О, он тут совсем воюет. Фашист, кстати. Турок фашист. Ху таким быть. Так, ну мне надо на клетке с чудесами... концерты проводить. Где-то тут у нас так, этот у нас на морских курортах и вверх. Отлично. 750 туризма. Так, художник и писатель. Ну что, у нас художественные произведения только осталось сюда, что ли, в столицу разместить? Ничего себе. Да, похоже на то. Ну вот сюда, вот единственные. Блин, так мне надо что-то еще построить, видимо. Театралка, театрал. Отлично. Слушайте, меня интересует точек продажи альбомов. Слушайте, так тут еще важно, то есть если ты проводишь концерт, например, в кампусе, где есть и библиотека, и, ну то есть в библиотека не дает туризма, а университет дает 500 туризма. Или это улучшение? Не, концертное здание, все верно. Параметр продажи альбома отражает ожидаемую туристическую мощь на следующем концерте. Ага. Ну, ага, все равно непонятно. Вы уж извините. Да, давайте я тут пригород построю. Для того, чтобы обрабатывать. Я тут вырублю просто клетку. Следующим ходом построю. Развлекательный. А, вот он. Так, вообще не могу туда. Канадец принял карточку, запрещающую рок-группу. Собака какая. Фу таким бы. Ну, на его территории, я имею в виду. Ладно, где у нас развлекательные комплексы? Вот это? Да. Далековато, но придется переться туда. Thank you.
блин. Так, геотермальные пространцы. О, Нобелевская премия по литературе. Стоимость рок-групп меньше, плюс 50 к продажам альбомов рок-групп. Отлично. Это все я получил. Так, открываем атомный электро... атомные подводные лодки, потому что Педро пытается улететь. И он, кстати, единственный, кто у нас вышел в ракетостроение и построил космопорты. Так, дальше в Рим, в Индонезию, в Финикию, в Канаду. Чудеса какие поблизости. Ладно. Тут мы концерт провели. Где следующая театральная площадь? Вон она. И юнит подпели. Вон. Вижу следующее чудо. I am willing to serve my... А, блин, я тут не могу высадиться. Хотя не вообще с этой... Блин, и Финикия поставила карточку против рок-групп. Представляете? А я на гавани. Я только четверть набил пока культуры. Что делать? Так, здесь нам надо... уже... я не открыл еще Манхэттен. А, не открыл, блин. Я хочу сначала подводные лодки, потому что я их отправлю уже в Бразилию, пока они плыть будут. Блин, вот это подстава от Финики. Вот это неожиданно. Что делать теперь? Где у нас тут? Так, кампус с универом. Ну, это, наверное... Швецию. Библиотека. Нет, похоже, не в Швецию. Гавань верфью. Видите, просто гавани. Маяк. Маяк. Вот вверх. Блин, как же так? Голландия бесполезная. Ну как мне отсюда вообще свалить? Из Махенджо-Даро получается.
Блин, они так все мне могут закрыть. Проход для рок-групп. У нас тут очередной конгресс. Ну, положим ко мне. Запретить строительство зданий какого типа. 50% на атомную электростанцию. 2 очка дипломатической победы мне. И Нобелевская премия мира. У меня, кстати, походу больше всех влияния. Даже больше, чем у Кристины. Может, мне тут вложиться в дипломатическую победу? Ну, я не побежу, не победю дипломатию, просто чтобы никто другой не взял. А все остальные мне не особо интересны были предложения. Ну, даже 5 раз как-то угадывал. Тыку. 2 очка дипломатической. Запретить строительство угольных электростанций. Ну, окей. The single biggest problem in... Так. If some wanderer leaving home. Что у нас еще осталось незаполненным? Вот прям из такого. То есть. Реликвии. Археологический музей меня бежит. Один. Художественный археологический музей работает еще. Чувак. Ага, музыкальных. Раз, два, три, четыре, пять. Пять музыкальных и два писателя. Давайте пройдемся по ребятам. Вдруг, внезапно у кого-нибудь окажется реликвия. Я нашел пока только, по-моему, 2 раза, да?
Вот артефакты. Воюет со мной. Просто, понимаете, реликвии тяжело получать. Для этого апостолы должны умирать. Хотя компьютеры любят друг с дружкой апостолами помериться. Но, похоже, не в этот раз. Все. Нету. Значит, осталось музыкантов делать. И юнит погиб. О, уровень. На клетках с чудесами. Да, и тут я могу выбирать что угодно. Беру кампус. Если есть университет. И вот как раз сюда мы и отправимся. Так, можно следующим ходом прикупить рок-группу. Так, Хувентино Росас продолжает... А, нет, не продолжает. Слушайте, я уже все концерты отыграл. Так, серьезно, уже заполнен? Точно, Сиднейский, все три. Так, хорошо, куда мы еще можем? В центр вещания в Кахоке, в центр вещания в Преславе. Давайте. Преслав сначала. Кстати, давайте проверим, все ли у меня вообще города... Во всех ли городах у меня театралочка сделана. Столицы есть, Фукуоки есть, ну это понятно, в Нагано есть. Нагоя есть, Токио есть, Гифу есть, Сендай есть. Аомори есть, Мариока, Окленд, Кахоке, Преслав. Реально, во всех городах уже театральные площади. Так, что там у нас по победам? Все, Педро уже искусственный спутник запустил. То есть надо все-таки идти его останавливать. Норвегия уже преобладает. Нечего уже тырить. Ну, в принципе, я могу, конечно, шедевры попробовать пойти красть. Хищение технологий, хищение средств. К бразильцу надо, видимо, запускать. Всех шпионов. У него явно больше всего... А, хотя и у Швеции тоже. Давайте к Швеции пока. Этого шпиона. Так, фестивалем. Фестивалем. Пингала прибыл уже. Ну, в Киото просто надо фестивалить. Кстати, я даже удивлен, что до сих пор... О, ученый. Полководцы уже все забрали. Вот при игре с людьми не видишь такого, чтобы полководцы были... забраны все. А с компьютером, пожалуйста. Вот уже нету полководцев, зато ученые до сих пор есть. Эпохи атома и информационной эры. Неужели мне там еще не все
в озарениях, по-моему, уже все натырил у компьютера. Так, эпоха атома точно все. А, тут, смотрите, тут есть. Вот тут можно озарение получить. Хороший ученый, тогда ладно. Давайте. Спутники, ядерный синтез, система наведения. Спутники, ядерный синтез. А, лазеры не ускорились. Ну, норм. Норм, в принципе. Так, а есть ли тут что-то у нас вообще на туризм еще возможно открыть? Это на пастбище, но это все на роботов. Тут, по-моему, уже больше на туризм точно не будет. То есть мне осталось только караваны раскидать. По-моему, я уже туризм вообще максимально сделал. Ну, из того, что есть, еще можно, конечно, эти получать. Артефакты там всякие, вот это вот. Я думаю, надо продолжать привалить. Блин, с другой стороны, надо больше... больше групп. Получается, здесь надо покупать. В эту сторону их там-то перекрыли мне. А, у меня музыкант как раз... Фестивалем. Давайте смотреть, сколько у нас уже. Блин, мало. Так, значит, у нас сейчас кого мы обратили? Норвегию только что. Норвегия. Голландия тоже уже явно под нами. Мне, может, у бразильца еще шедевры как-то выкупать. В Лондоне кража не удалась. Ну и ладно. Так, тут я атомные подлодки апнул прошлым ходом. И вот интересно, могу... О, могу через тир проплывать. Отлично. Значит, мы их отправляем... уже к бразильцу. Вот сюда приблизительно. Фига себе, 18 ходов, серьезно? Ничего себе. Так, надо еще с шедеврами там побаловаться. В том плане посмотреть. 7. Может, проплытия нету? Есть. Да, конечно, 17 ходов, блин. А с этой стороны у меня просто не долетит, если я отправлю. Хотя тут проплыть можно. Но тут тоже будет. Вот видите, проблема... Вообще вот отсюда должна долетать ядерка, мне кажется. Давайте я одну ракету, одну подлодку вот куда-то сюда отправлю. Все-таки 8 ходов, это побыстрее будет. Так. На клетке с чудесами. В космопортах и кампусах. Ну-ка. Давай. 5000 туризма и юнит потерян. Да... тоже нечего. Так, одного я отправил в Швецию воровать. Давайте этого в Бразилию, конечно. Но куда? Давайте в Куритибу. Продолжаем фестивалить. А что тут еще делать? Здания тоже уже все. Просто проверить, что культурные. Ну, монументы, конечно, культурное здание, но оно не дает возможность туда поставить шедевры.
Да, тут ничего нету. Хорошо, а чудеса внезапно. Это наука, это удовольствие от развлечений. Да, тут я просто открываю постоянно общество будущего. И прокачиваю таким образом губернаторов. Ну, надо ли мне? Надо ли мне парк? Если бы он какой-то реально давал. Туризм какой-нибудь. Так, у меня еще 4 посла. Я думаю, что в культурные уже нафиг не надо. Вавилон дает мне науку за шедевры. За счет этого я, кстати, и по науке вперед вырвался. Так, ну тут, наверное, на туризм уже не будет. Хотя Болонью можно было бы засюзеренить, кстати. Дополнительные очки великих людей. Нормально, пускай будет. И, кстати, арму давайте, ну не засюрим, но отправим туда послов точно. Блин, надо поставить. Давайте с разным. Двойной эффект, если сюзерен отличается от нашего, поставим. Так, ну тут я уже туризм проверял, что ничего нету. Так. Ну, что такое? 3, 5, 7. Больше немножко веры будет накапливаться. И открытые границы дают туризм. Поэтому надо право прохода со всеми, кем можно, позаключать, особенно с Бразилией. Плюс 25% к туризму, точнее. Это не просто дает туризм, это просто плюс 25%. Так, с кем я еще могу? С инками. Инки, по-моему. Ладно, не хотят денег. Почему нет? Франция. Ух ты, что-то он так прям так сильно хочет право прохода со мной. Так, что насчет Едвиги? Ну, ай так. Так, темпом я уже заключил. С Бразилией заключил. С Мапуче. Эти, с этими союз-то, поэтому тоже право прохода уже есть. Все. Так, когда я с Сулейманом смогу мир заключить? Прихода. То мне и понятно, ни с кем не надо воевать. Дальше. Я попропускал много. Точнее, немного. Все великие люди на туризм – это торговцы. Вот мне сейчас интересно посмотреть, много ли я их пропустил. Именно на туризм. Вот за ними надо было следить. Все, что есть на туризм, бонусы какие-то, это торговцах. Нету. Может, кстати, и
и не пропускал. Просто вот, плюс 25% туризма по отношению к цивилизациям, которые идут в ваши торговые пути. Один. Их, по-моему, три таких. Нету больше. Слушайте, надо следить тогда за торговцем. За торговцами. Вот этот заберут. И вот тут рядышком идут. Хотелось бы... Ну, блин, у меня как раз коммерческих районов мало. Для того, чтобы... Да, и еще... Кстати, давайте глянем престиж. Я могу строить курорты. Кстати, геотермалочку вот здесь можно бахнуть. Курорты могу строить морские на клетках. Блин, с другой стороны... Я как могу бахнуть? Я еще не открыл ее, да? А нет, открыл. Открыл. Они еще... Они будут... Они дают... Удвоенный престиж, ну, туризм равный удвоенному престижу. То есть максимум 12 могли бы давать, да? Так, на театральной площади. Значит, Финикия мне закрыла возможность играть концерты. Вроде пока только Финикия, нет? У меня, кажется, военный союз повысился. И за счет этого я открыл кучу карты. Так. Так, во-первых, проект Манхэттен нам надо строить, конечно же. Продолжаем апать губеров. О, постройки зданий дает. Тоже прикольная штука. Так, музыканта. Где у нас еще музыкальные шедевры остались? Центр вещания в Кахоке и центр вещания... А, ну, еще много, кстати, где музыканты. А вот не музыкантов, получается, только реликвии, так? Ну, еще археологический музей, но это я делаю. То есть у меня там ходит археолог. А, еще два писателя. Поискать, у кого может быть, могут быть еще шедевры. Так, а еще проверим, что у нас со счастьем все норм. Ну да, плюс 4-5. То есть я к тому, что ресурсами может поторговать, но нет, не надо. Так, там куда-то... А, ну да, эти подлодки не могут закончить союз, финики, поэтому я их отправлю сюда, потому что 18 ходов, это, извините, слишком много. А отсюда я вполне могу мочь дотянуться до... Так, давайте, какой у нас город самый производственный? 110, 134 Фукуока. Слушайте, я Фукуоку как разогнал. А, ну это за счет соседства для Магнуса. Ну, то есть прокачан Магнус на то, что на него влияют все промышленные зоны. Так, ну...
Вот, кстати, я не уверен в том плане, какие я выбираю правильные прокачки. Мне вот нравится, конечно, на кампус плюс 1000 единиц туризма, если есть университет, но... Ну, или вот это, да? Но лучше ли это, если... Лучше ли это того, чтобы брать опыт? Тут будет меньше туризма, но зато группа не сдохнет. Так, кажись, вот теперь у меня уже все археологические готовы, да? Давайте смотреть тут. Средневековье, промышленные эры, возрождение. Возрождение, возрождение. Ну тут все трипкувано. О, Уилфрид Рав... Ну-ка. Блин, и тут Уилфрид. Да что ж вы так как-то у меня... С археологией. Так, вот есть промышленные, по-моему, разные. Ну-ка. Промышленная. Средневековье. Здесь промышленная, промышленная. Возрождение. Еще промышленная. Кристина. О, а, блин, так уже есть тематика. Средневековье, средневековье. Так, средневековье, где-то я тоже видел, только не японский, главное, что... Да, топ. Так, кажись, еще одну. Ну, блин. Блин, тут Окленд. Окленд. Окленд, Япония, Окленд. Япония. Вот еще промышленная эра Дидона, кстати, ну-ка. Меняем Лурье. Такимуэ, Ларье. О! Да блин! Возрождение. А, так тут возрождение. Вот не очень тут удобно. Вот на это меняем, наконец-то. Вот, все, есть тематический. Так, теперь средневековье. Тут тоже, кстати, и тут тематически получился сам собой. Возрождение собрали. Тут тоже все возрождение, но тут два от Трипкуваны, к сожалению. Ну вот средневековье, но тоже японский. Древнего мира. Ладно. Так, куда мы дальше пойдем? В термояд, наверное. Жалко, лазеры не ускорили никак. Так, тут у нас на что? Развлекательный комплекс. Тут развлекательный комплекс. Играем. Юнит потерян. На морских курортах и гаванях. Видите, не могу завести туда рок-группы. И Уилфрид Ларье тоже закрыл. Слушайте, так я вообще никак не могу выбраться. А, нет, вот как-то через Мохенджо-Даро. Цель больше не актуальна. Так, так, надо с Египтом тоже открытый. Хотя нафига? Аж уже покорил их своей культурой.
Блин. И кто, Швеция? Да. Швеция осуждает рок-музыку. Это страна, в которой появились такие группы, как Roxette, Ace of Base, Army of Lovers. Европа, по-моему, тоже из Швеции. Это... Кто там... А мы все заглянем к Элис, как эта группа называется. Забыл. Шпион похитил птиц, поющих в тихой долине. Отлично. Ну, правда, по-моему, он у меня никуда не размещается. Просто уже места нету. Но это снижает туризм у соперников. Поэтому надо брать. Так, хочу нефть. Художника, по-моему, мне уже негде использовать. Блин, дайте я пройдусь. Я не буду это записывать, пройдусь быстро, если у кого религиозные артефакты. Проверил, нету ни у кого. К сожалению. То, конечно, грустно. Что нам тут пишет? О, через 96 ходов победю. Так, больше пока никто не улетает. Да, вот то, что я торговцев не брал, это... Ух ты, меня тут что-то разграбили, походу. Ничего себе. Так, надо чинить. Фига себе. Сволочи. Мегаизвержение. Бразилия пострадала. Знаменитые бразильские лыжные курорты. Ну, конечно, тоже пытается в той, но то, что Бразилия туризм не поедет, это уже точно. Сами понимаете, а вот... По идее, когда подпадают под мое влияние, они должны начинать ко мне получше относиться. Да, пускай будут открытые границы с арабом. Так, ну с Египтом сделаю. Да и дружбу заключу, чё. Нет шедевра, который можно украсть. Это странно. А где ж он... Где ж она шедевры держит? Эребру. Швеция. Шедевры. Маска, часы, кольчуга. Какого хрена? Непонятно. Честно говоря, почему я тут у шведа ничего не могу украсть? Так, этот пускай просто сидит. Да, наверное, надо было все-таки больше городов здесь ставить и театральные площади там фигачить. В большем количестве. Так, этот у нас где должен? На театральной площади. Ну, у Мапучи поиграем.
Этот шпион. Тоже хищение шедевра. Ну вот, тоже в Рио-де-Жанейро. Неужели нету? Это Рио... Да, это Рио-де-Жанейро. Шедевры, кувшинки, страшный суд. Хрен? Ну, я могу предположить только, что раз места нету, не воруется. Ну, это как бы странное ограничение. Потолок Сикстинской капеллы. Я несколько раз в играх воровал потолок Сикстинской капеллы и постоянно удивляюсь, как же это выглядит вообще. Как можно своровать потолок Сикстинской капеллы, блин. Ладно, давайте найду источники. Так, куда мы, кстати, бегают? Гдедония, Крипхувания, Ватау. То есть мне надо еще, каждый мой караван еще плюс 25%. Кстати, тут можно, по-моему... Я еще хожу тут каким-то юнитом. Так. На морских курортах и гаванях, если есть верфь. А вот она. Отлично. Так, а этот у нас тоже на морских курортах. Да, давайте. Да, блин. Кстати, можно... следующего покупать. Что с затоплением? Типа, по-минимуму, не так быстро затапливается, как обычно почему-то. Хотя 20 цивилизаций могли уже тут. Все. Сжечь углем, нефтью. Нефть надо еще обработать. С другой стороны, зачем? Ну, пожалуй, на этом я серию закончу. Постараюсь уже в следующей завершить прохождение. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для подписчиков следующая серия появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! I'm a big laser believer.